Так, у меня 4 звезды. Откроем кейсик, посмотрим, что за скилл выпадет. Сейчас получается купить звезды. Смотрите, одна звезда стоит 61 рубль. Это получается, грубо говоря, 240 рублей, друзья. Трачу вот на такие 4 звезды. Получается, потратить 4 звезды, купить звезды. Вот, потратить, друзья. Сейчас смотрите, то, что выпадет, получить. Окупится 240 или нет, посмотрим. Нет, конечно, как всегда. Слежка аук, это у нас такой вот 19, такой флот. Но эта хрень явно не стоит 240 рублей. Так, ладно, давайте сюда зайдем, посмотрим. Вот тут скин получается. Коллекция контроль. Это вообще получается ширпотреб. И стоит он. Три рубля, друзья.